Всем привет! Сегодня у меня для вас видео с моими очередными покупочками из магазина Fix Price. Как всегда, есть мои любимые товары, которые я покупаю регулярно, и есть то, что я купила первый раз в Fix Price. Но давайте уже приступим, я вам покажу все более подробно. Первое, с чего мне хочется начать, это, конечно же, туалетная бумага Familia Trio. Я ее покупаю не в первый раз, вернее, я каждый раз иду в этот магазин только ради того, чтобы купить туалетную бумагу, но никогда не ухожу только с ней. В итоге все равно набираю целый пакет различных товаров. Что хочу сказать по поводу этой бумаги? Она хорошая, трехслойная, очень нравится. На самом деле бумага достойная, мягкая, хватает ее надолго. В упаковке 12 рулонов, вот она вот такая. И в чем плюс, почему я ее покупаю именно в Fix Price? Там самая низкая цена. Да, она в последнее время подорожала. В Fix Price раньше она была 149, сейчас она стоит 170 рублей. Но несмотря на это, в Fix Price цена на нее все равно ниже, чем в других магазинах. Очень хорошая бумага. Если вы ее еще не пробовали, то однозначно вам рекомендую. Следующий товар, который у меня также не лезет в мой пакет, это вот такой вот органайзер для косметики и аксессуаров. Вот таким образом выглядит. И вот так он выглядит с этой стороны. Давно я на него облизывалась, все думала, брать, не брать. Вернее, я давно его хотела купить и просто не знала, что именно я буду туда складывать. Как бы у меня не было острой необходимости в данном контейнере. Но сейчас я решила организовать всю свою косметику, и мне нужны были контейнеры для хранения ее. Именно такие удобные, большие. Я решила купить один такой. Стоил он 249 рублей. Я не знаю, будет ли он мне очень удобен, но он был там самый большой. Я решила купить пока один, посмотреть. Если мне его не хватит, то приобрету еще один. Также там были контейнеры других размеров. Я, честно, долго сомневалась, смотрела, крутила. Сначала взяла, положила в корзину, потом оставила на полке, ушла. Походила по магазину и все-таки решила вернуться и взять этот органайзер. Потому что, думаю, если я уйду без него, я точно буду жалеть, что я его не купила. Так как мне нужно хотя бы что-то для того, чтобы сложить туда косметику. Взяла этот органайзер и буду вместе с вами сюда организовывать косметику. Вернее, не всю, часть косметики, что-то сюда сложу и, возможно, даже докуплю еще. Ну и давайте перейдем к моему пакету. Первое, что у меня здесь лежит, это ватные палочки «Нежный уход». 400 штук, стоили они 47 рублей. Вот такие вот ватные палочки. У меня просто закончились. Я была в Fix Price, проходила мимо полки, увидела и решила взять. Далее, там же рядышком я взяла ватные диски. Они стоили 77 рублей. Эффект прошитого края. Очень нравятся мне именно ватные диски с эффектом прошитого края, так как они не разваливаются. Более износостойкие, скажем так. Удобно ими пользоваться. Тут большая упаковка, 180 штук. Я пользуюсь ватными дисками практически регулярно для того, чтобы смывать косметику. Для меня это прям очень-очень необходимая вещица. Следующее, что я приобрела в Fix Price, это вермишель Ролтон с курицей, соусом, пикантная заправка. Вермишель на домашнем бульоне. Вообще, я любитель такой бяки. Ну, не часто ее ем, не регулярно, но очень-очень редко бывает. Хочется. В этот раз я увидела что-то новенькое, решила, возьму, попробую. Вернее, куплю, и когда мне захочется что-то подобное, у меня уже будет вот эта вот лапшичка. Купила ее, стоила она там 13 рублей 70 копеек. Я взяла две штуки. Не знаю, понравится, нет. В этом видео еще будут продукты. Сразу хочу сказать, если вы что-то из этого пробовали, то обязательно пишите, понравилось вам или нет. И если у вас есть какие-то товары, которые вы очень любите из этого магазина, то тоже дайте мне об этом знать. При следующем походе в Fix Price я тоже возьму и попробую. Следующее, что я купила, это огромное количество молочных коктейлей с разными вкусами. Здесь у меня фирма «Молочная речка», объем 200 грамм, стоил один молочный коктейль 18 рублей 30 копеек. Здесь у меня карамельная ириска, дальше у меня было три упаковки клубники со сливками, но осталось только одна, две других уже выпили. Очень, кстати, вкусненько. Следующее, что у меня здесь, это коктейль молочный шоколадный. Далее у меня идет ванильное мороженое вкус. У меня их три. Некоторые я брала по три, а некоторые по два. Дальше у меня идет вкус банан. Все у меня тут падает за кадром. Вот.
вкус банан. Всего я тоже купила 3. Купила вот такой маленький десерт, не молоко, овсяный, ягодный. Взяла на пробу. Вообще, первый раз брала вот такие молочные коктейли. Почему? Подумала, что они будут вкусными, и решила взять. Не прогадала. Клубник со сливками на самом деле вкусный. Остальные мы будем пробовать. Взяла не молоко, и цена на него была немножечко больше. Одна упаковочка стоила 50 рублей. И последний жидкий напиток у меня здесь не молоко кокосовое на рисовой основе. 100% растительный продукт, без лактозы, без ГМО. Объем здесь у нас уже побольше, 1 литр. Кстати, этот десерт у нас объемчиком 0,25. То есть здесь у нас 0,2, здесь 0,25. Данное не молоко стоило 149 рублей. И, кстати, цена на него немножко ниже, как мне показалось, в фикс-прайсе. Так как в пятерочке я смотрела, данное не молоко стоит немного побольше. И последний товар и продукт в этом видео у меня здесь. Вот такая вот лапша том-ям. Тут что-то написано не по-русски. Я даже не буду пытаться это прочитать. Изделие макаронное, быстрое приготовление, лапша том-ям со вкусом креветки. Цена на данную лапшу была 47 рублей. Да, конечно, не дешево, но я решила взять попробовать. Взяла только одну упаковку, потому что вдруг мне не понравится, я буду жалеть, что взяла 2 штуки и как бы вторую просто не стану есть. Поэтому взяла одну, попробую, протестирую. Если понравится, то при следующем походе возьму еще. Выключила камеру и только сейчас поняла, что не сказала вам. Данные продукты отличаются. Молочная речка – это коктейли молочные, ультрапастеризованные с различными вкусами, как бы с бананом, шоколадом, карамелью, клубникой, мороженым, ну и так далее. С различным вкусом, но это молочные продукты, а не молоко – это растительный продукт, содержащий молоко, и вкус у них немножечко другой. Молочный коктейль мне понравился. Сейчас открыла вот такой вот десерт овсяный. Тоже очень вкусно. Отличаются по вкусу. Там чувствуется, что молочный, а тут такой более кисловатый. На простокваш похоже что-то такое, что ли. Ну, ягодный как бы. Поэтому, если будете тоже покупать, то обратите на это внимание. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если остались вопросы, то задавайте. Есть что-то интересненькое для меня, то пишите в комментариях. С удовольствием почитаю. Также пообщаюсь с вами. Если понравилось видео, то ставьте лайки. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.